Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо політичні прогнози на цьогорічну осінь. У нас в гостях доктор політичних наук Андрій Шуліка. Андрій Шуліка, доктор політичних наук, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступник декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, автор численних наукових праць. Протягом багатьох років відстежує хід виборчих кампаній, хобі, футбол, науково-популярна література. Андрію, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перед тим, як перейти до прогнозів на осінь, я хочу поговорити трохи про ті події, які от відбулись буквально днями. Зокрема, кілька місяців обговорювали проведення Кримської платформи, багато було на неї сподівань, багато очікувань, багато хто думав, що це взагалі таке буде, як воно буде виглядати. Власне, вона відбулась напередодні Дня Незалежності. З вашої точки зору, яке її значення і чи буде якесь практичне значення тих рішень, тієї декларації, яка була прийнята? Не, ну, если мы ожидаем каких-либо резких событий, что все поменяется благодаря этой платформе в течение нескольких месяцев, то этого, к сожалению, не будет. Ну, на самом деле, это очень важная такая перспектива. Во-первых, очень важно, что Украина действительно занимается своим международным имиджем. И вот оно им достаточно хорошо было приурочено как раз к 30-летию независимости Украины. Мы очень много говорим о политическом имидже, о международном имидже Украины. Вот, в принципе, такие мероприятия, они необходимы именно для этого. Как такая площадка, в которой встречаются дипломаты, обмениваются мнениями, формируются какие-то точки зрения. Ну и плюс ко всему, это определенным образом актуализирует повестку, потому что в СМИ многих стран, там во всех странах, как минимум Европы, и не только Европы, новости об этой крымской платформе достаточно активно прошли. То есть нам тоже не надо забывать и говорить о своей позиции. Не надо забывать о том, что у нас есть оккупированные территории, не надо забывать о нашей позиции. Это действительно очень важно в международных отношениях. Так, ну, власне, от я хотів уточнити, тобто, з вашої точки зору, в першу чергу, це все-таки іміджева річ, да, і практичних кроків чекати не слід. Чи, в принципі, декларація і є таким практичним кроком? Ну, це є определенне заявлення о намереннях. Заявлення о намереннях і заявлення о неізміняємості позиції. Тобто, як мінімум, страни, далеко не тільки Європи, які там присутствували, підписав цю декларацію, фактично об'явили о тому, що вони продолжают придерживаться этой позиции. И это тоже очень важный ход на самом деле, потому что нам уже кажется, ну и достаточно часто там в России об этом говорят, что этот вопрос закрыт, что он уже не популярен, что он не важен и так далее. Но вот эта декларация фактически говорит, на самом деле очень плохо, что это совещание прошло так поздно на самом деле. Было бы намного лучше, если бы оно прошло там в районе 15-17 годов, но понятно, что там были, нас больше интересовали события, связанные именно уже с вооруженным конфликтом, и нас очень сильно этим отвлекло, потому что именно в то время желательно было бы подписывать такие документы. Угу. Так, ну, тем не менее, вона відбулась, можливо, не на тому рівні, на якому сподівались, все-таки говорили, якщо ми згадаємо весну, початок літа говорили про ймовірний візит до Дня Незалежності президента США Байдена чи віце-президента Харріс. Цього не відбулось, тим не менше, от сьогодні розпочався візит Зеленського до США. Власне, чекали, що відбудеться зустріч президента Байдена і президента Зеленського 30 серпня. Цю зустріч дещо перенесли. Заплановано, що вона відбудеться вже завтра, 1 вересня. От чому так? Це якийсь сигнал чи це протокол? От ваше бачення? Ну, во-первых, да, это как минимум протокол, потому что любую встречу надо готовить. Ее надо готовить достаточно долго. Мы знаем, что представители президента вылетели заранее в Америку, чтобы подготовить эту встречу. Потом понятно, что во многом, ну, во всяком случае, как было объявлено в администрации американской, что перенос связан с тем, что формат встречи решили расширить.
то есть посвятить больше времени общению. Но для этого тоже есть определенный график президента, определенные протокольные вещи, которые изменяют. На самом деле было бы намного хуже, если бы президент уже был в Америке и не было бы встречи. Это как раз бы свидетельствовало, ну, на самом деле, о таких больших проблемах. А вот этот полет, ну, на самом деле мы должны понимать, что во многом он был не то что спонтанный, но достаточно быстро пытались его организовать, чтобы вот эти два события произошли одновременно вместе с Крымской платформой, вместе с Днем независимости и так далее. Но на самом деле это говорит о том, что действительно определился определенный вектор внешней политики, что им действительно занимаются, и такое вот у нас лето получилось внешней политики, можно это назвать так, что тоже достаточно хорошо и совершенно нормальная ситуация для каждой страны. То по поводу, какие там будут приняты решения, ну, знаете, как очень долго, когда обсуждали встречу там Байдена и Путина, то никаких особых решений принято не было. На самом деле это тоже очень важно, ну, часто имиджевые ситуации. Тобто сам факт встречи. Да, сам факт встречи, то есть показывается обмен мнениями и так далее. Ну, возможно, когда встречаются там президент Беларуси и президент России, там решаются другие вопросы, связанные с количеством кредитов выданных и так далее. Ну, тут понятно, что здесь заявление о намерениях, подписание каких-либо общих документов. Ну, это не будут какие-то прорывные документы там, не знаю, о строительстве военной базы на территории Украины. Вряд ли это будет, даже если такая договоренность или такой разговор может идти, ну, я просто, допустим, говорю, то все равно это долгий потом период согласований и не между президентами, а между дипломатическими службами и так далее, министерствами профильными. Это на самом деле потом достаточно большая работа. Угу. Так, ну, власне, тобто, от не можна чекати від цієї зустрічі якихось конкретних кроків, ну, скажімо, або це конкретні кроки будуть дорогорядними, і в першу чергу це буде очне знайомство, як вважаєте, між президентами України і президентами США. Це один бік питання, і з іншого боку, все-таки з президентом Росії він зустрівся раніше. Це теж можна розцінювати як певний сигнал, чи як на це дивитись? Ну, в определеній мірі. Ну, понятно, что Россия и США, у них своя история взаимоотношений, достаточно серьезная и большая. Во-вторых, опять же, здесь можно много говорить о, скажем так, необходимости согласования этой встречи вопросов. То есть, в принципе, во многом эта встреча связана вот с той позицией, которую хочет озвучить и наш президент, и хочет озвучить президент США по поводу, к примеру, Северного потока-2. Потому что да, тот же президент Украины уже анонсировал, что будут, скорее всего, подписаны 4 договора, 3 оборонительных и 1 энергетический. То есть это значит, что как минимум будет объявлено о позиции США, четкой позиции США и четкой позиции Украины в качестве Северного потока-2. Да, опять же, скорее всего, даже эта встреча его не остановит. Ну, как минимум, и скорее всего, после встречи еще и Байдена и Меркель, то, скорее всего, ну, во всяком случае, между договоренности, которые были, очень важно, чтобы Украина оставалась газотранспортной системой, то есть даже при наличии Северного потока 1 и 2, чтобы газ все равно и Европа рассматривала Украину именно как поставщика, ну, вернее, транзитера газа на территорию Европы. То есть это тоже договоренности, которые достигаются вот таким путем долгих переговоров. Так, ну, власне, і от до того, як відбулася, ну, ще відбудеться ця зустріч, але візит вже розпочався, президент Зеленський вже в США, лунали думки експертів, що ця зустріч буде досить такою жорсткою і неприємною для Зеленського і з боку американської сторони. Ви погоджуєтесь з такими оцінками? Ну, я не думаю, на самом деле, в принципі, ну, к сожалению, с одной стороны, к сожалению, но с точки зрения Украины мы встречаемся, президенты встречаются в достаточно благоприятной с точки зрения Украины момент, потому что Америка и особенно Байден сейчас несет достаточно серьезные репутационные потери. После Афганистана, после этих событий, после того, как американские войска уже официально вышли. Так, сегодня территории. Была заява главы да, Пентагона. Как раз вот сегодня было заявление, что все, американские войска вышли с территории Афганистана. Рейтинг у Байдена очень сильно начал проседать, как внутри государства, так и очень сильно начинает
проседать рейтинг в мире. Поэтому, в принципе, тот же Байден может использовать эту встречу с Зеленским для того, чтобы поднять снова важные вопросы, для того, чтобы актуализировать важные вопросы, для того, чтобы снова заявить, что они влияют и хотят влиять на международную политику, в том числе и на Россию в отношении Украины. Так, ну, власне, я пропоную перейти до внутрішньополітичних питань. От буквально днями також стартує нова сесія парламенту, нова сесія Верховної Ради України. От з вашої точки зору, якою вона буде саме з політичної точки зору, не з законотворчої, а з політичної? Тобто, чи можливе якесь переформатування у парламенті, наскільки є на сьогодні монолітною монобільшість? В такому контексті, ваше бачення? Ну, само по собі монобільшинство существує, но и вообще все возможные реформирования внутри парламента пока видятся, ну скажем так, в победе или поражении определенных групп влияния, которые существуют в этом же монобольшинстве, потому что это совершенно нормально, имея такую огромную фракцию, что там есть внутренние группы, представляющие внутренние интересы и так далее и тому подобное. Поэтому это, кстати, очень часто и приводит к смене тех же министров. То есть сейчас, ну и сейчас, я думаю, из-за, скажем так, ковида, то мы на самом деле будем много говорить снова про вакцинацию. Эта тема никуда не уходит, тем более как раз начинается, кроме всего, учебный процесс, то есть дети идут в школы, студенты идут в университеты, и вопрос о вакцинации, ну, очень сильно становится важным снова. И, как мы знаем, всегда есть сезонные обострения, они в любом случае будут, надеюсь, они будут там не настолько страшными, не настолько влиять, скажем так, на здоровье нации, но, опять же, вакцинация фактически не увенчалась пока успехом, поэтому уже много вопросов будет и возможно, будет и отставка министра здравоохранения. Так, ну, власне, а ще от уточнити з політичної точки зору, чи потрібно і чи можливо взагалі, от, скажімо, якась коаліція для підтримки, скажімо, тієї чи іншої позиції більшості у фракції «Слуга народу» з іншою фракцією, з будь-якою, зараз тут не називаємо конкретну фракцію, чи потрібно це Офісу Президента, чи потрібно це Президенту? От саме доповнити те, що є, ще якоюсь фракцією? Ну, на самом деле, на даний момент не обов'язково, тому що, в принципі, у нього є своє влияння, і якщо ви подивитесь, як зараз він себе позиціонує, як на внутрішній, так і на внешній арені, дуже сильно помінялася риторика. Тобто президент позиціонується вже як сильна політична личність, яка впливає, яка рішає все сама, на яку не впливають ніякі внутрішні групи і так далі. Тому вряд ли він буде йти на якісь это согласование с другими фракциями. Ситуационно, конечно, может быть какое-то голосование, но, в принципе, нынешнего большинству «Слуги народа», даже если оно начинает потихоньку где-то отпадать какие-то фракции, все равно им хватает голосов для того, чтобы принимать любые решения собственными силами. Тобто переформатування не буде? Ні, скорее всего, нет. Андрій, від фракції до конкретної персоналі. Багато говорять про спікера парламенту Дмитра Разумкова у контексті можливої його відставки, відсторонення від посади вже цієї осені, вже на цій сесії. Ваше бачення, чи є це можливим? Ну, можливим це є у будь-якому випадку, да. А от чи є це доцільним і чи є це можливим з політичної точки зору? От, як ви вважаєте? Політичної можливо. Ну, на самом деле, якщо ми проаналізуємо от сам приход Зеленського к власті, ту команду, з якою приходив, от Разумков, це, мабуть, один із самих таких долго задержавшихся политиков вокруг президента. То есть он приходил вместе с Зеленским, они вместе составляли команду. Ну, фактически спикером был перед ну, кампанией. Да, фактически он говорил, скажем так, представлял, ну, грубо говоря, политическую сферу внутри избирательной кампании. И, как мы видим, в принципе, как только он... И много говорилось, правда, еще и о его амбициях, о том, кто будет официально возглавлять партию и так далее и тому подобное. Но, как показала практика,
практика, Разумков немножко отошел на другой план, уступив первенство президенту Украины. То есть, в принципе, команда у них сложилась в этом плане. Сможет ли Зеленский найти себе, скажем так, спикера, который будет точно так же представлять его интересы в парламенте, достаточно сложно. Я думаю, за этим будет посмотреть достаточно интересно. Сейчас поэтому больше отвлекают, а больше говорится о возможных сменах в кабинете министров, чуть ли не о полной смене кабинета министров. Тобто ви не бачите можливості відсторонення Разумкова від, власне, від спікерської посади? Я вважаю його більш... не такой вероятный, скажем так, менее вероятный, потому что, мне кажется, что там действительно сложился определенный тандем, и пока каких-то внешних, возможно, есть какие-то внутренние, опять же, течения, потому что они существуют всегда. Возможно, опять же, появились какие-то амбиции у Разумкова, потому что это тоже не надо забывать. Очень часто мы говорили, когда сформировалось большинство, и вот то, что начинают появляться определенные группы, это в первую очередь потому, что у многих депутатов начинают появляться личные политические амбиции. В принципе, это совершенно нормально. Многие из них пришли в парламент, больше под брендом партии «Слуга народа». То есть не столько проведя свою избирательную кампанию, сколько пройдя под общим брендом и говоря, мы бачили це по Дніпру и по Дніпропетровской области, 16-17 депутатов. Да, и фактически, они полностью повторяли риторику Зеленского как раз на президентских выборах. Поэтому они в своей фактически не имели. Фактически, понятно, что в течение времени, после 2 лет, они уже начинают иметь свою позицию, свое политическое мнение, о котором они хотят говорить. Они все-таки депутаты Верховного Рады. И у некоторых появляется и желание, возможно, создавать и собственные политические проекты. Если тот же Разумков имеет какие-то амбиции и хочет создавать свою политическую силу или играть более важную роль в современной партии «Слуга народа», то, возможно, конечно, будут определенные конфликты между ними, и, возможно, как минимум, эта возможность снятия будет вынесена на Верховную Раду. Но, опять же, надо смотреть, у кого будет сильнее влияние, как проголосуют депутаты. Тобто ви на це питання, на питання, чи відсторонить Разумкова, я так розумію, відповідаєте, скоріше ні, цієї, власне, у всякому випадку. Але гіпотетично, якщо таке відбудеться, все ж таки не слід відкидати і цієї можливості, чи будуть у результаті президентські амбіції у Разумкова? В принципі, він був головою команди і рушієм команди Зеленського. Вполне возможно, ви ж розумієте, як сказати, у любого більш-менш нормального політика завжди є амбіції, це чаще всього его и делает политиком, потому что у него есть амбиции заниматься этой деятельностью. Разумков достаточно раскрученная фигура, она достаточно известна в Украине. В принципе, достаточно большое количество, определенное количество избирателей его поддерживают. В принципе, он может рассчитывать на создание своего собственного политического проекта. Також те, що обговорюється у експертній чи біля експертному середовищі, це можливість розпуску парламенту. От ваше бачення, чи є це можливим, чи є це доцільним, і чи є це, скажімо, чи є це просто примхою якихось окремих політиків, якихось громадських діячів для того, щоб підняти власний рейтинг, чи заради якихось інших? Так, це, скоріше всього, бажання багатьох політиків для того, щоб... изменить расстановку сил в Верховной Раде Украины, потому что мы видим современные опросы, что такой победы современной партии «Слуги народа» уже не будет. То есть большее количество политических партий уйдет во власти, это совершенно нормально. Опять же, возможны расколы внутри самой партии «Слуга народа», когда будут создаваться отдельные политические силы. В принципе, мы можем всегда вспомнить пример Порошенко и создание партии Гройсмана, хотя они достаточно долгое время шли достаточно плотно, объединяя и полностью заверяясь друг друга в своих, скажем так, в отсутствии каких-либо других амбиций. Вінницька область, таке інше. Да. Так, Андрію, от до іншої політичної персони, відставка якої вже відбулася, це була до певної міри сенсація, це відставка міністра МВС Авакова. От чи є, напевне, що є у
у цієї людини політичні амбіції, от яким вони можуть бути і у що вони можуть вилитись? Ну, у нього є, звісно, політичні амбіції, тим більше не треба забувати, що Аваков от якраз із тих міністрів, особливо, що удивительно для міністра МВД, який прийшов, в першу чергу, з політичної сфери. Тобто він не є кадровим офіцером і так далі. Ми його прекрасно пам'ятаємо по його протистоянню з Кернесом за перемогу на виборах мера Харкова. Ну, приблизно так це свого часу зробив Луценко, якого у 2005 році призначили міністром. Да. Ну і ми пам'ятаємо, що Луценко достатньо довго іменно участвовал в многих политических партиях и видел себя именно политиком. Ну, зная, ну, вернее, видя, как вел себя Аваков, как достаточно уверенно вел, ну, я думаю, у него есть уже свои собственные политические позиции, у него есть возможности. Я думаю, что, скорее всего, у него явно есть политические амбиции. Не знаю, нас хватит ли их на то, чтобы участвовать. Ну, как минимум, участвовать он, скорее всего, будет, потому что определенный запрос на, скажем так, силового президента в Украине, определенной части населения есть. Это ну, не хорошо, не плохо, просто есть такая возможность. Мы помним, там, как на последних выборах достаточно много набрал, к примеру, Смешко, который себя там позиционировал, именно как бывший представитель СБУ и так далее. То есть, хотя это совершенно не раскрученная в публичном пространстве персона. Поэтому, естественно, такая возможность есть. Но как минимум то, что он может создать политическую партию, которая может создать конкуренцию, это 100%. И у него есть, я думаю, достаточно неплохие шансы на то, чтобы как минимум пройти в парламент. А если это відбудеться, чи не буде грати він на одному електоральному полі, напевно ж буде, з такими партіями, як «Солідарність» Порошенка, як, скажімо, «Батьківщина», як інші партії такого правоцентристського спектру. І, власне, якщо так багато партій, да, саме у цьому спектрі, от які шанси є самого Авакова? Ну, на самом деле, у него сразу есть, как минимум, позиционирование отличия от Порошенко, потому что у них было достаточно много конфликтов, я думаю, он как-то попытается переформатировать. Да, на самом деле, вы правы, что партия «Солидарность» как раз использует, европейская «Солидарность» как раз использует такую силовую риторику, мы все помним, армия, мова, віра, да. То есть это очень четко позиционировалось. И в принципе, Аваков может выбрать любую политическую платформу на самом деле. И проблема в том, к сожалению моему большому, наблюдая за выборами, что такое идеологическое, скажем так, вот и направление партии, оно давно не очень важно. Потому что у нас, к сожалению, практически все партии — это партии персоналей. Партия главы, лидера партии. И люди, в основном выбирая, голосуют не столько за какие-то пункты программы, направления развития, сколько голосуют за главу партии. Ну, можливо, лише в 90-х були, коли голосували за якісь ідеологічні партії, чи це Народний рух, хоча там теж була персона Чорновіла, чи це Компартія, да, от зараз вона вже є фактично забороненою, але тим не менш тоді набирала, фактично на першому місці була. От, тобто від цього вже відійшли, да, це партія конкретних персон. Фактически, да. Ну и понимаете, когда, как вам сказать, с точки зрения того же политического пространства, партию идеологическую, ну, к примеру, можно еще вспомнить социалистическую партию Украины, очень популярную в свое время, то ее достаточно сложно раскрутить. То есть, если вы раскручиваете персоналию, то это достаточно просто. Если вы раскручиваете политическую партию или какую-то идейную составляющую, ну, это уже невозможно сделать буквально там за месяц, за два. Здесь надо уже работать более масштабно, более глобально, начинать хотя бы за несколько лет. А раскрутить именно персоналию намного проще, потому что вы понимаете, чем один кандидат отличается от другого, хотя бы внешне. А чем отличается одна политическая партия там социалистического направления или, как мы вспомнили, там коммунистического, уже сложно объяснить, хотя они достаточно сильно ну, отличались и голосовали за них абсолютно разные люди. От ми, до речі, у нашій розмові вже згадували про можливі переформатування у виконавчій гілці влади. Зокрема, ви згадали можливість відставки міністра охорони здоров'я. От чи можливе якесь таке більш-менш серйозне переформатування всього складу кабінету міністрів, чи відставка окремих міністрів, чи відставка кабінету повністю? Можливо, і відставка, об этом поговорюють, можливо, і відставка кабінету повністю. Ну, як ми бачимо, скажем так, кабинет министров в нынешних условиях, в нынешней Украине, он становится не таким ярким на самом
на самом деле. Он не настолько раскручивается, и в принципе он больше подчинен определенной политике президента. Это нормально совершенно. Ну, вот такая особенность есть. То есть многие приходящие новые министры, ну, как минимум, они обычно не очень известны широкой публике, они не очень известны избирателям, скажем так. Нельзя говорить, что они сразу представляют из себя какие-то крупные политических лидеров. Поэтому, в принципе, в этом плане, с точки зрения политики, они, естественно, достаточно легко взаимозаменяемые. Ну и, естественно, что любая, скажем так, если внутренняя политика будет реализовываться не так, как она намечена, то фактически, конечно, кабинет министров может стать и как отдельный министр, так и весь кабинет министров может стать, скажем так, как минимум жертвой этих этих неісполнень, назовемо це так. Андрій, власне, ну, ми починали нашу розмову з подій міжнародної політики, і ну, Кримська платформа – це також в якомусь сенсі подія міжнародної політики. Пропоную закінчити нашу розмову, власне, прогнозами стосовно можливих таких якихось сенсацій у міжнародній політиці і України саме в цьому форматі. От скажімо, чи можлива зустріч Нормандської четвірки, і чи можливий якийсь результат, якщо така зустріч от гіпотетично відбудеться? Ну, от та достатньо велика проблема в тому, що учасники Нормандської четвірки вже не сильно бачать можливості використання цього механізму. Возможно, один із розговорів буде якраз о тому, щоб привлекати США як одного із учасників Нормандської четвірки. Ну, можуть з'явитися достатньо великі питання зі сторони Росії, яка, скоріше всього, цього не потерпить і признає только Германию и Францию, как там независимых ненаблюдателей во всяком случае. Ну, то, что политика Франции и Германии не меняется, ну, внутренняя поддержка и отношение к Донбассу, и к Крыму, это совершенно нормально, это мы видим даже с уходом Меркеля, она вряд ли поменяется кардинально. Весь важный вопрос в том, что, возможно, в данных условиях Украина должна сама предлагать какой-то новый формат переговоров. То есть нам надо искать вот эти вот новые пути выхода, новые общие площадки для взаимоотношений. Ну и плюс, как мы видим, российская сторона фактически четко дает понять, что она не хочет встречаться с президентом Зеленским. А это сразу же разбивает, ну, как минимум, одного из наиболее активных участников нашего этого разговора. Поэтому-то и появляется большая проблема. Ну, власне, це ключевий, напевно, співрозмовник. Про Францію, Німеччину, не дивлячись на те, що європейські країни, але в більшому сенсі вони все-таки спостерігачі в якійсь мірі. Андрію, от ще стосовно міжнародної політики, у мене таке питання. На 9 вересня вже заплановано підписання досить такого широкого пакету документів між Росією і Білорусією стосовно інтеграції. Що це може означати для України? Ну, в принципе, ну, как минимум для Украины может возникнуть большая проблема, потому что, как минимум до 2019 года Лукашенко, который вел или пытался хотя бы вести более-менее свою политику, это была уже, ну, определенная возможность влияния. Потому что мы помним, когда Лукашенко выбирал стороны то Европы, то снова России, то пытался, вот та же Нормандская четверка в Беларуси, это тоже его попытка, скажем так, выступить таким арбитром. И не столько даже там помирить Украину и Россию, сколько, ну, показать Европе, миру, насколько он мирный, насколько он возможен. Андрій, буквально 10 секунд у нас. Це загроза для Украины? Как вы считаете подписание этого пакета? Ну, как минимум, это может значительно обострить международную обстановку вокруг Украины. Что ж, я вам дякую за эту разговор. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с доктором политических наук Андрієм Шулікою. На все добре.